Всем привет! Это ваша ежедневная доза интернета. Эти пилоты летели через шторм, когда в переднюю часть самолета ударила молния. Кто это у нас тут? Иди сюда! Иди сюда! Вот как выглядит рука, которую опустили в холодный лед. Это смесь пищевой соды, уксуса и воды. Пожалуйста, не повторяйте это дома, потому что это может оставить очень-очень сильный ожог. Я только что узнал, что если взять сахарную вату и положить ее в воду, то она мгновенно растворится. Примерно так она и выглядит внутри вашего желудка. Что бывает, когда вы играете с осиным ульем? Лапа на брюссельской капусте. Лапа на брюссельской капусте. Пилот вертолета увидел человека, который подметает листья, и решил ему помочь. Если вы когда-нибудь возьмете кошку на груминг, то это ушной чехол, потому что фен иногда может быть очень громким. Я без понятия почему, но меня пригласили выйти на сцену на концерте Алана Уокера. И это было довольно круто, хоть и очень странно, но я повеселился. Этот парень известен как «Ежедневная доза интернета», и для меня большая честь быть с ним на одной сцене. Чтобы это отпраздновать, пожалуйста, дайте шуму «Ежедневные дозы интернета». И спасибо, что он тот! Подписчик прислал видео с очень игривым морским львом. Спасибо большое за просмотр, если досмотрели, поставьте просто лайк, а перевел и озвучил виски. Ага.